Смотрите, вот когда я двигаюсь, думайте, вот это мягкое движение, когда я вот так двигаюсь, значит я двигаюсь под мелодию, правильно? Когда я вот такие движения делаю, это я двигаюсь под ритм, ладно? Вы должны сознательно понять. А когда вы одни сами будете танцевать, там, или перед камерой, или мы скоро будем танцевать, вы должны услышать ритм, у нас так сделали ритм. Ладно? Это невозможно, очень быстро невозможно научить. Это берет неделями, не месяцами. Берет время выучить, но на всякий случай так, чтобы вы запомнили. Может быть, в следующий раз у вас получится. Договорились? Сейчас что мы будем делать? Мы не получится театральная техника. Ладно? Мы делаем просто танцевальная биомеханика. Что такое джазо? Если только постарайтесь не быть такими серьезными. Чуть-чуть улыбки, ладно? Я переживаю, когда люди серьезно, это развлечение. Мы пришли баловать, мы будем танцевать. Договорились? Ладно, давайте встаньте, как-то разбежать по сцене, чтобы... И я сейчас сниму майк, и мы начнем. Да, здесь у меня... Пожалуйста, повторяй.
А вот, вот так как вы танцуете сейчас, вот если клуб будет стоять, все с ума сойдут от радости. Вот то, что я пытаюсь изменить, я пытаюсь, чтобы в клубах молодые люди танцевали по-другому. Танцевали. Это, танцевать это искусство, ваше персональное искусство. Ваше персональное искусство. Свобода, вам ничего не надо, никому ничего не надо доказывать. Вот так как вы танцуете, вы должны единственное только запомнить то, что вы делаете. Ладно? Запомнить. Я поэтому хочу вам сейчас дать задание, мы продолжим с Аней, да? Я единственное хочу, когда вы двигаетесь, единственное задумайтесь, да? Не думайте, что вы делаете. Даже не смотрите очень аккуратно, вот так вы пялите в глаза, что делает учитель. Это не балет, копировать не надо. Не надо, это приблизительно. Приблизительно. Мы, это танец без техники, мы слушаем музыку своим телом. Единственное, поймите, посмотрите, где движение под ритм, где движение под музыку. Это просто пригодится. Если не получится, это не страшно, это приходит, придет попозже. Это гораздо просто интереснее, чем просто вот так махать руками, и вдруг неожиданно, когда ты начинаешь под музыку, распознавать музыку, копаться в музыке, начинаешь не только слушать музыку своим телом, можно научиться рисовать музыку своим телом. Это новое искусство, мы об этом, мы к этому вернемся. Договорились? Я не люблю много болтать, но все равно не получается. Я больше, давайте продолжим. Аня, давай, поехали. Опускаться вниз до пола, дотрагиваться рукой до пола и медленно подниматься вверх. Дотронулись, ничего на полу полчаса поводили. То есть дотронулись и наверх, медленно наверх. Отлично.